выяснить. Вы с коллеги там сидят, да? Кто-то узнал, что здесь сидит вообще? Ну вот, вы же меня узнали. Я узнала. Но я не знаю других, я же с опросным не хотел. Нет, они не знали, значит. Ну ладно, давайте на английском говорить. Я буду говорить на русском. Да вот на русском. На меня смотрите. Почему так? Вот кошмар какой-то. Нет, буду сюда смотреть. Все. So what do you think about the so-called war on 16th? I think that... I mean, everybody thinks that Azerbaijan is part of Turkey. Everybody thinks the results are different. I think that if you look inside of the story, there is different stories as usual in any war. Everyone is building up its own story, who is guilty, who is the right, and so on. But in general, I think that the April 2016 is showing up that unfortunately peace is not coming. And that's what we always say, just that the army must be returned back to barracks. And this is the only way how we can proceed for the peaceful resolution. Whenever we're talking about peaceful resolution, we are understanding that the biggest trouble for the peaceful resolution is the military. And in this case, of course, withdrawal of Armenian troops from the territories of Azerbaijan for sure can build up absolutely different environment, and I think that opening up a new opportunities for two nations who used to live next door for a peaceful life. Yeah. Она согласилась. Вы на русском, я на русском. Сейчас задам вопрос. Да вы на русском переводите потом. Нет, потом она. Вы из какой части Армении? Из Инчевана. Из Еревана, не из Еревана. Потому что я кого не случайно все из Инчевана. Я долго работала в Армепресс. Значит так, у меня только дедушка из Гарса был. У вас все время говорите о том, что надо сохранять мир, нам нужен мир, но почему-то все ваши действия говорят о противоположном. Ну, ответ очень простой. Территория-то моей страны оккупирована. Ответ как раз-таки очень простой. Такие выражения только на камеру надо делать. Ответ же очень простой, потому что территория моей страны оккупирована армянскими солдатами. Вот что делает гражданин Армении на службе на территории Азербайджана? Извините, вот скажите, извините, пожалуйста, извиняю. Почему вы считаете, что это ваша территория? Это армянская, искренне армянская территория. Вы какую часть считаете искренней? Все то, что было захвачено? Арцах – это армянская территория. Кто сказал? Оно же называется Карабах, который в переводе означает. В переводе означает что? Черный сад. Черный сад? Вот на азербайджанский, это Карабах называется, да? Да. Черный сад. Господин Мамедяров, я слежу за вашей компанией CBC, и часто там встречаются вот такие выражения, что Ереван наш, ереванское ханство, и сейчас они... Не нервничайте, самое главное, не нервничайте. Что? Не нервничайте, самое главное. Вы становитесь эмоциональны. Я становитесь очень эмоциональны, а для журналиста это не самое лучшее. Не, про такую тему, конечно, я не считаю, пожалуйста. Ладно, остальное в Москве давайте. У нас самолет начинает движение. Все, хорошо. Увидимся в Москве тогда. Давайте.